Всем привет, дорогие друзья, с вами Роман. Видео, созданное в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я только даю информацию, рассказываю, где зарабатываю, ни в коем случае никого ни к чему не принуждаю, ничего не рекламирую. Итак, быстренький сейчас видеоотчет по проекту Future Tech. Проект, видим, классный, классная подготовка. Мне очень все понравилось, и он вот свежий, он только недавно стартовал. Вот, он очень пока что свежий, я в нем зарабатываю. Пока что для начала я сюда закинул 150 баксов, мне тут все нравится, сейчас вам покажу выплаты. Мне понравился дизайн, я его проверял, он действительно уникальный. Мне понравилось то, что маркетинг тоже тут неплохой, 9% на 15 бизнес дней. И общался с администратором, он развивает проект этот в основном как бы больше как на земле. Ну, то есть я вам немножко это объясню. С одной стороны, это вы скажете, какой тут может быть на земле, если это такие проценты. Вот, но я немножко, чтобы было понятней, расскажу вам, как он планирует развивать аудиторию, именно которая ходит больше по таким вот разным долгосрочным компаниям. Там, ну, то есть не хайперская аудитория, а больше аудитория такая, которая вот в эти всякие проекты заходит, который хороший движ именно идет там по земле. Понятное дело, что тут такого не будет, там разные офисы, мероприятия, потому что большие проценты. Но он работает с такой аудиторией, поэтому тут должна быть, ну, работа во всяком случае должна быть долгая. Вот, ознакомиться с проектом можно будет, ссылочка будет в описании. Так, доллар у меня тут на балансе. Реферальный, также я тут выводил реферальные, заработал я и вывел уже $40, депозит вот у меня $150, и как видите, у меня дейли на 15 бизнес дней, то есть по рабочим дням, 9% по рабочим дням, проценты тут большие, но аудитория, он работает, этот админ, в основном с аудиторией не хайповской, а с той аудиторией, которая ходит по разным направлениям. Мне так он рассказывал, то, что очень красивая подготовка, заложено было много сил в этот проект, и админ хочет действительно очень долго проработать. Вот. А как оно будет, риски, конечно, всегда есть. Выплаты я вам все показывал. Такой интересный проектик сегодня у нас. Вот. Ни в коем случае никого ни к чему не принуждаю. Всегда помните, что можно как заработать, так и потерять. Вам желаю побольше профита. Ну и до новых встреч.